Северный Урал. Его часто зовут Седым. За возраст гор, которым миллионы лет, за память. Хранит она в причудливой форме легенд и преданий множество сведений и об эпохе Великого Ледника, и об ископаемых животных, и о древнейших племенах людей. Этот удивительный край гор и тайги привели меня узы старой дружбы с кинооператором Михаилом Заплатиным. Для меня просто Мишей, с которым мы когда-то много лет назад вместе начинали в кино. Он снимать, я, естественно, сниматься. Я часто видел его фильмы «Кинопутешествия» по телевидению и, признаться, завидовал ему. В каких нетронутых уголках страны моей бывает он, с какими редкими людьми встречается. На мое письмо с просьбой взять в экспедицию Миша откликнулся сразу. И вот я здесь, с сыном Филиппом, на Северном Седом Урале. Люди здешних мест. Лесник Поликарп Григорьевич Лызлов, наш проводник. Все зовут его Дедом Поликарпом. И директор заповедника Корнелий Мигалинский. Оба приоткрыли мне неведомую доселе уральскую природу. Каждый каменный столб на горе каменных идолов Мань-Пупынёр будто притягивает к себе. Какая незнакомая музыка языка. Атартен, Хулат-Сяхль, Хабхартунг-Сори, Койп. А переводы задают еще большие загадки. Вершина гусиной коробки, гора мертвецов, перевал, через который перетаскивают лодки, гора Барабан. Кордон Шижим, старейшее поселение. Поликарп Григорьевич – уроженец здешних мест. В Шижиме жили и дед его, и отец, и теперь вот семья. Жена Анисия Диевна, она радистка. Другой, более скорой, что ли, связи здесь нет. И сын Григорий, он принял от отца его дело – егерскую службу. Наблюдая за сборами, я восхищаюсь обстоятельностью,
какими-то особыми знаниями деда Поликарпа, чутьем его, да и Михаилом тоже. У него главная задача снимать кино, а он моторист, костровый, добытчик, повар. Глядя на них, я заражался их энергией, деловитостью и тоже толкал, поднимал, перетаскивал, рубил дрова, мыл посуду. Замечательно. Тишина здесь необычайна. Сначала проникает в тебя покоем, потом начинает разговаривать, рассказывать. И лучше, чем сказал о ней истинный уралец поэт Василий Каменский, пожалуй, и не скажешь. А вокруг лишь тишь, слышь, где-то хрустко мнет ветвь, или куница, или медведь, или рысь, чуй, или лось. Много звуков, тайных стуков в тишине лилось. Мы идем по логу Иорданского. К медвежьей пещере. Сумрачное место. Здесь найдено гигантское кладбище доисторических пещерных медведей. Печора, дикая река, то ямы глубь, то перекат. Песок седой, то камни, глыбы под водой. Быстра река, тиха река, и сплошь леса, леса, вода, да северные небеса. Тайге протоптана тропа одним человеком, Сергеем Михайловичем Сокольским, старшим научным сотрудником заповедника. Он специалист по белкам и вообще пушному зверю. Такими ловушками на определенной площади отлавливают белок, куниц, соболей, считают их, метят и выпускают. Природа удивительно доверчива. Человек здесь большой друг, помощник, частый врачеватель. На Печоре работают и ихтиологи. Они тоже метят рыбу, и не какую-нибудь, а семгу. Здесь, на чистых речных заводях,
ее родина. И сюда же огромные рыбы, скормленные океаном, возвращаются на нерест. Через несколько лет заживший подрезанный плавник расскажет о тайнах миграции и выживании ценнейшей промысловой рыбы. Как далеко то время, детство мое в Сибири, когда отец вот так же брал меня с собой на сенокос. Отец помнится мне сильным, красивым человеком, в руках у него, как и у Поликарпа, спорилась любая работа. Я научился ему помогать. И знаете, лихо когда-то косил. Терпкий запах подсыхающего сена вызывает столько дорогих воспоминаний, забытых ощущений. Потом мы говорили о жизни. Правда, я не столько говорю, сколько слушаю мудрого человека редкой душевной красоты и таланта. Да, таланта жизни. А ведь дед Поликарп не затворник. Он был на войне, воевал стрелком-радистом на бомбардировщике. Наверное, тогда-то и вынес он заповедь хранить, оберегать эту жизнь, природу, землю для грядущих поколений. Много птиц и зверей на Урале в лесу, там, где тень, сядь на пень и тихонько вникай, что сулит обещающий день. Жуй малину свою и будь мудр, пей с любовью красу, думай, много ли солнечных утр ты увидишь в лесу. Вот и пришло время расставаться. Спасибо всем, с кем я делил труд и досуг, вел беседы у костра и кормил комаров. Под такой крышей, какую дала нам природа Северного Урала, люди сходятся быстрее, открывая в себе и в другом сущность истинной человечности. И выявляется забытое, что все мы дети одной матери, природы. И как хорошо жить в согласии с ней, без суеты. Какой это дар!